Всем привет, меня зовут Рекомпот, и вы на канале Новое Время и Стекло и Рекомпот. Как вы помните, в пятой серии мы закончили строить, обустраивать наш Кремль. Да. Вот. Сегодня у нас шестая часть. Сегодня уже следующий вторник, как я и говорил. Вот. Поэтому сейчас мы продолжим строить. Сегодня у нас, знаете, какое число? Сейчас скажу. Сегодня у нас с вами 12 октября. Да. Сегодня вторник, 12 октября, и мы продолжаем строить Кремль. В общем, давайте приступим. Уже наступила ночь. Как-то странно, сейчас мы с вами повесим вон туда наверх флаг, потому что мы его никак не повесим. Я говорил вам в пятой серии, что мы его повесим в следующей серии, в шестой. Сейчас мы его повесим. Поднимаемся наверх. Так, вот сюда нам нужно будет повесить флаг. Мы могли здесь поставить еще вот так два блока. Вот так. Но на середину, к сожалению, не поставится флаг, поэтому мы поставим... Оставили три. Что нам нужно для флага? Смотрите, нам нужен березовый забор. Вот. И нам нужна шерсть или бетон. Будем использовать шерсть, она потому что легче. Хотя здесь не важно, тут можно даже и в воздухе оставить. И нам еще понадобится стержень края. Давайте нет, вот это выкинем. Так, стержень края. Где он? Вот он. Смотрите, берем, ставим. Раз. Тут четыре, что ли, у нас? Раз, два, три, четыре, да. Значит, берем зеленый бетон. Вот он. Ну ладно. Ставим сюда 2, 3, 4, 5. Ставим сюда. И смотрите. Теперь сюда. Вот так. И вот так. Теперь синий. И теперь красный. Вот. Вот такой флаг. Теперь это больше похоже на Кремль. Потому что есть флаг. Теперь заходим в наш Кремль внутрь. Тут тюльпан растет. Убираем. Заходим в само здание. Теперь у нас там флаг есть. Так, заходим сюда. Выкидываем бетон. Берем снова наше кресло и валим. Начинаем отсюда. Берем снова наш стол. Вот мне нравится, что каждый раз приходится прицеливаться, чтобы его поставить. Берем книжные полки и ставим. Я говорил, что можно даже криво поставить. Это уже будет неважно. Так, теперь идем сюда.
Здесь мы, пожалуй, выйдем. Так, непорядок. Блин. Выходим снова. Ставим. Так. Заделываем. Берем кресло. И ставим. Теперь берем опять книжные полки. И ставим их сюда. Типа как документы. Как я вам и говорил это в прошлом видео. Теперь идем сюда. Так. Кресло. Оно впечаталось у нас в эту стену, они что-то впечатываются. Но это не важно. Уже. Вы можете поставить другой, можете использовать другой мод. Так. Ой, ребята. Так. Вот так. Все, Бэля. Заходим сюда. Опять приходится выходить. Ну, так, нормально. Берем стул, компьютерное кресло, ставим. Берем опять книжные полки и ставим. И так поделаем во всех кабинетах. Так. И так. Вот. 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 Все. И я включусь, когда мы будем делать уже в последнем кабинете. И вот мы с вами в последнем кабинете. Так. Выходим. Ставим. Закрываем. Все. Чтобы вы не думали, что я читерю, что я поставил не во всех кабинетах. Сейчас покажу. Вот тут вот стоит. Здесь стоит. Здесь тоже. Идем в ту сторону. Вот стоит здесь. Здесь тоже. Ну, а тут уже вход. На следующий этаж. Так, теперь нам снова нужна табличка. Опять березовая табличка. У нас ее опять нету. Поэтому мы идем опять сюда. Берем ее. Знаете, почему я ее беру? Потому что она яркая. И как сделать цветной текст? Смотрите, цветной текст. Мы жмем на цифры 1, 2, 3. Заходим вот сюда. Берем вот эту вот штуку. И можем любой цвет. Либо 1, 2, 3, 4, 5. И вот разные цвета можно. А 0 это, ну, серый. И что мы пишем? Президент Российской Федерации. Все, вот, президент Российской Федерации. Имя, фамилия, отчество здесь уже не обязательно. Так. Смотрите, здесь бетон. Ну, ладно. Так. Теперь идем на второй этаж. Хотя нет, мы начинаем с первого. Берем табличку. Начинаем оттуда. Сейчас будем писать министров. Какие министры, это уже не обязательно.
Вот здесь, например, будет, давайте, министр МВД. И, например, пишем там, ну, например, давайте будет, ну, например, давайте вот так. Бумага. Владислав Андрей, как там у нас, Андреевич. Вы спросите, кто такой бумага Владислав Андреевич? Это Влад А4. Идем сюда. Здесь у нас будет, например, давайте, ну, министр здравоохранения. Например, будет у нас Иванова Татьяна Николаевна. Вот. Идем дальше. Здесь у нас будет, давайте, министр иностранных дел. И будет, например, давайте, Плетнев. Как тут? Плетнев. Министр иностранных дел. Так. Плетнев. Артём Дмитрович. Опять Плетнев. Ладно, будет, значит, другой министр иностранных дел. Пушков Артём Дмитрович. Все вот. Министр иностранных дел Пушков Артём Дмитрович. Идем сюда. Здесь будет министр обороны. И будет, пускай у нас тут, например, Воинов Александр Михайлович. Вот. Короче, все, что вам нужно, это просто здесь написать всех министров на обычных табличках. Я не буду писать всех, потому что их очень много, и я всех не запомню. Что мы делаем дальше? Здесь тоже пишем всех министров на втором этаже. Я не буду писать, потому что их реально очень много. Я всех не помню. Здесь у нас секретарь стоит наш. Здесь нам ничего не надо больше. Движемся к Кремлю. Сейчас будет самое легкое. Сейчас мы будем делать его красивым. Что нам для этого нужно? Заходим сюда, вот это мы можем все теперь выкинуть, это нам уже ничего не нужно. Давайте вообще прям все выкинем. Вот это вот все, это нам вообще не нужно. Нам понадобится только белый бетон и кварц. Вот. Давайте будем использовать гладкий кварц. Плиту из гладкого кварца. Летим на крышу. И начинаем творить. Делаем все вот так. Вот здесь ничего сложного нету. Делаем вот такую облицовку. Мы такую делали у ГУМа. Я не помню, записывал я на видео, как мы делали вот эту самую херню у ГУМа. Если хотите, можете сделать и здесь тоже так же. Тоже. Но я не буду.
И для чего же нам нужен будет белый бетон? Вы должны знать, если вы мой старый подписчик, то вы должны знать для чего. А сейчас будет ускоренная съемка. Готово. Так, теперь смотрите, берем наш белый бетон и летим вот сюда. Смотрите. И поехали. Ставим колонны из белого бетона. Вот так. Летим сюда. И начали. И так нам нужно будет сделать везде. Так, снова три окна. И поехали. Через три окна делаем. Так, ломаем здесь кварцевую вот эту. Так, смотрите, здесь у нас три окна. Здесь отступаем 6 окон. Потому что здесь у нас вход. И лепим колонны из белого бетона. Теперь снова три окна отступаем. Вот нужно было везде отступать три блока, а не где один или два. Было бы красивее смотрелось. Но это не важно. Так, здесь у нас снова три окна. Вот смотрите, здесь два, а здесь три. Получается. Получается раз, два, и вот это вот третье. Ломаем. Так, здесь снова три окна у нас. Так и так. Так, три окна. И поехали. Снова три окна. Так, опять отступаем три окна. И поехали. Можете сверху вниз или сверху вниз. Снизу вверх или сверху вниз. Опять отступаем три окна. Готово. Снова отступаем три окна. Здесь мы отступили один блок. Один, кстати, можно было везде, тогда получилось вот так вот. Отступаем снова три блока. И поехали. Как говорит Гоген Солнцев, шоумен, говорит, так, сиськи вперед, жопу назад и поехали. Так, здесь у нас... Здесь два окна. Но можно сделать еще вот так. Так, что мы делаем дальше? Смотрите. Берем белый бетон. И на этом уровне вот так. Даже можно вот тут.
Вот так делаем. Летим сюда. И вот тут. Вот здесь ничего сложного нет, просто лепить линию из белого бетона. Это у нас уже финальная серия. В этом втором сезоне всего 6 серий. Летим сюда. И мы почти сделали. Осталось только вот тут сделать заднюю стену и половинку еще там этого переда. Ой, не переда, а бока. Ну, бока осталось чуть-чуть там. Готово. Даже не верится, что закончился сезон. Вот наш Кремль официально готов. Вот так он выглядит. Помню, как мы вдохали с этими часами. Вот. Такой наш Кремль. Сделан на природе. Так. Вот. Вот так он выглядит с высоты. Вот. Не такой большой, как в реальной жизни. Но если хотите, то можете сделать перед и зад 500 блоков. А вот эти 300 блоков бока. Дайте я еще включу день. Готово. Вот такой Кремль. Там звезда какая-то странная, которую я сделал. Вот. Вы согласитесь, как похож на мой Кремль, который у меня в Новом Москве. Да. Если хотите, можете каменные кирпичи вот эти вот, серые, положить вот здесь, вот везде. Можете положить их, например, вот отсюда. Отсюда вот. И до самого Кремля. И начинать строить ГУМ. Вот. Ну вот. Мы построили Кремль до конца. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь также на меня в Инстаграм, в ТикТок и ВКонтакте. А с вами был я, меня зовут Рекомпот. Всем спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Все, больше видео по строительству Кремля не будет. Это была 6-я финальная серия. Мы закончили. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Видео будет называться «Мы поймали хакера в деревне жителей номер 13». Или что-то по типу этого. Всем пока.